Дедушка, как у нас хорошо? Да, хорошо. Много Макарка потрудился, пока такой красоты добился. А помнишь, кудрявая, что здесь было? Дедушка, а ты расскажи малышам про Макарку. Дедушка, расскажи, расскажи! Ладно уж, так и быть, расскажу. Это было не так давно, когда у бабушки внучок Макарка был еще маленьким. Вот однажды собралась бабушка по делам в город, и остался Макарка один. Конечно, так можно. Какую беду натворил. Совсем не жалеет нас Макарка. И птиц разогнал. А без них нам от жучков житья не будет. Что верно, то верно. Нехороший мальчик. Уйдем отсюда. Как пыльно!
Наши деревья ушли туда. Смотри, как там хорошо. Жучка, идем. Мы должны их найти. Жучка, смотри! Вау-вау-вау-вау-вау!